Не снимай. У меня. Всем привет. Меня видно? Всем привет. Сегодня расскажу, как подключить плиту комбинированную. Две конфорки газовые, две конфорки электрические. Называется плита Zanussi ZCM9540G1W. Это user manual, это инструкция пользователя. То есть, кому интересно, можно ее прочесть. Вот. Ситуация в чем? Что эта плита идет без шнура. И я сегодня вам больше расскажу, как подключить шнур правильно. Я разобрался и хочу поделиться с вами. Значит, смотрите, покупаете шнур плите. Я купил 3,5. 3 на 2,5, который будет выдерживать порядка 3,5 киловатт. Вот, 3, 2,5 шнур. Такой, достаточно такой, тружильный. Плюс-минус и земля. Вот. Подключение довольно... Кабеля никаких проблем нет. Я купил шнур, купил такую резинку. Сейчас подсоединим, будет такая вот у нас штучка такая. То есть, рассказываю больше для домохозяек, потому что мужчины в основном как бы не знают электрику, а вот домохозяйка не всегда. Вот, наверное, быстрее всего для слабого пола я рассказываю это. Ну и для мужчин, которые не знают электрики. Ну, смотрите, мы открываем нижнюю заднюю панель, откручиваем, и она закрепится 4 болтами. Раз, два, три, 4. Снимаем ее. Ставим ее в сторону. Перед нами появляется такая штука. Это не что снимет эту штучку. Такая вот клеммы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Клеммы. Вот. Они пронумерованы здесь. Один, два, три, четыре, пять. 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 Вот. Крайняя правая это земля. Вот. Здесь сзади есть схема. Вот, здесь сзади есть схема. Подключение плитки. 230 вольт, 400, 230, 400. Варианты подключения. Я выбрал первый вариант. Фаза-фаза, земля. То есть плюс-минус земля, короче говоря. Вот. И здесь в комплекте идут такие штучки. В комплекте идут такие вот интересненькие штучки. Здесь они на клеммах были присоединены. Сейчас я покажу их. В реальности вот такие вот штучки, такие перемычки такие вот. Вот такие вот. Они были вот так вот в триедино вот так вот скручены. Они в комплекте идут вот так вот раз. И вот здесь они так вот между 4 и 5 они вот так вот были присоединены. Я их снял. Для чего они? Эти три перемычки. По схеме видно, что мы соединяем первую, типа, перемычка раз, перемычка два. Мы двумя перемычками соединяем раз, два, три. Три вот эти клеммы. Делаем их воедино. Четвертую, пятую делаем тоже крайней, последней перемычкой. Четвертую, пятую. И у нас получается как бы, ну, плюс-минус. И землю мы цепляем на крайнюю пятую. Крайнюю шестую, извиняюсь. Крайнюю шестую цепляем землю. Там она тоже обозначена значком на этом, ну, здесь на панели. Значит, смотрите. Вставляем. Берем две клемки. Они элементарно. Чуть приоткручиваем. Чуть приоткрутили. Три штучки эти. И согласно схеме вставляем эти перемычки. Они легко довольно вставляются. С никаких вот труда не составит вообще никого. И зажимаем, согласно схеме, которую я показал. То есть эти три болтика мы зажимаем. Хорошо зажимаем, так, ну, то есть не сильно там, чтобы не сломать. Зажали, есть. Крайнюю перемычку смотрим, еще раз покажу схему, потому что схема крайне важная. Даже не кабеля эти не важны. Первую, вторую, третью, как видим на схеме, такие вот сзади, внизу такие вот. Ну, это клеммы. Вот эта клемма, это вот это на схеме, вот это вот изображено. И соединяем четвертую и пятую вместе. Эти три отдельно, они воедино сделаны, то есть соединены примычками. Соединяем четвертую и пятую вместе.
Шестую оставляем свободную для земли. И так соединяем. Приоткрутили. И вот видите, она так вот впуклая такая вот, как бы в эту сторону. Вот этой частью должно быть к нам. Ну, там разберетесь уже, так как бы не столь там. Там поймете, прочувствуете сами, кто будет делать. Зажимаем. Это все. Зажали. Хорошо. Все. Я купил на рынке шнур, как я говорил уже. 3 на 2,5 квадрата каждый провод. Это нам достаточно хватит, чтобы на эту плиту нам хватило. Купил такие изоляторы. Вот такие вот три. Вот такие вот изоляторы купил. Соответственно, подключаем. Подключаем, согласно схемы, зеленый. Вот этот зеленый, вот красный, зеленый-желтый. Это зеленый-желтый. Это земля все это. Мы подключаем ее в крайнюю шестую клемму. Раз, подключили. Коричневая и синяя, соответственно, подключаем коричневый к вот тут, где мы... Можно его чуть-чуть ниже опустить, чтобы было видно? Сейчас покажу просто, как оно вот снизу выглядит, как у нас стоят эти вот перемычки. Вот эти две соединяют вот эти вот раз, два, три вместе, воедино. Это одно целое, эти три. Раз, два, три. И одна перемычка делает в этом целом четвертую и пятую вместе. Вот она стоит. Оставляем шестую для земли. Я уже посоединил землю. Желто-зеленый кабель. Тишина. А теперь подсоединяем синий сюда. И коричневый фазу. Ну, коричневая обычная фаза. Подключаем ее вот к красному сюда. Ну, это не имеет значения, как бы у нас эти все три, они одинаковые, все три. Подключаем его вот сюда, к первой. К первому разъему. Вот так вот. Вот тугенько, тугенькие такие эти. Ну, вот у нас получилась такая вот история, то есть, согласно схем. Еще раз. Самое важное, это вот это, заострить внимание на этом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас 6 на панели болтов. Клем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Из них. Мы должны, согласно этой схемы, крайней вот этой. 5. Шестую не читают, потому что земля это. 1, 2, 3, 4, 5. Вот по эту. Первые три мы делаем едиными с помощью клемм. Четвертую и пятую едиными делаем тоже с помощью клеммы. Между ними нету соединения, потому что будет короткое замыкание. И последняя земля остается как бы как есть, свободная. Вот. То есть четвертая и пятая вместе, первая, вторая, третья тоже вместе. Подсоединяем куда-нибудь один кабель коричневый из этих трех, неважно куда. Синий сюда и землю зелено-красную, зелено-желтую сюда. Вот. Все. Здесь затягиваем, вот, затягиваем хорошенечко, вот. Это уже как бы такие как бы детали, которые, они как бы, это мелочи. То есть самое главное разобраться, то, что я сказал, с клеммами, чтобы было, не было короткого замыкания, чтобы было все четко. То есть я не электрик, я, можно сказать, самоучка. То есть меня никто этому не учил. Вот. Я просто вот сел, как бы разобрался. У меня деда был, кстати, электриком. Ну вот, где-то, может быть, что-то от него взял. Зажали, чтобы не болтался. Не надо сильно там перегибать его, пережимать. То есть вот, зажал. И ставим крышку заднюю. Ставим крайнюю же крышку. Тут тоже такая, честно скажу, канитель немножко есть. Потому что она должна быть. Вот так вот. Поставили. Отверстия совпадаются.
То есть, ну, в принципе, Милана, поставь на паузу, пожалуйста. Открутили шуруп вилки. Раз. Имеем три клеммы. Раз, два. Третья земля. Вот эта штучка, это земля. Вот. Зачищаем, примеряем. Примерно вот так вот. Вот так вот мы сделаем. Днепропетровский кабельный завод, Украина. Вот. Качество. Ну, хорошее качество, в принципе. Ничем не уступает качеству нашего одесского кабельного завода, короче говоря. Короче, мы сейчас сделаем, потом еще продолжим. Все это понятно. Окей. Стоимость шнура, кстати, 17 гривен метр. Мы купили 2,5 метра. И купили вилку тоже турецкого. Турецкую, да? Турецкую? Mm-hmm. Турецкую. Тоже хорошее качество такое. Ну, недорогое, но качественное. Вот. Сейчас мы сделаем, а потом уже, ну, более подробно как бы еще снимем видео. Угу. Итак, присоединили. Земля желто-зеленый, синий и коричневый, неважно куда. То есть, ну, это не так важно, потому что резинку можно переворачивать, вилку. Вот. Зажали. Теперь вставили сюда. Оп. Этой штучкой. Ой. Переобжали. Вот так вот. Что значит любители, да? Любители, короче. Раз сюда. Закручиваем. Оп. Поджимаем. И, в принципе, у нас розетка. Хорошо зажимаем, чтобы она не болталась. Это будет, это залог как бы долгого хранения розетки. Потому что, вилки, вернее. Потому что она, когда болтается все, она потом, ну, не совсем. Эксплуатация будет хорошая. Так, еще раз проверяем. Тут поджимаем чуть в пазики, чтобы все вошло. Все зашло. Проверяем. Все хорошо. И саморезиком, шурупчиком зажимаем. Вы обращаете за качество. Делаем все в домашних условиях. Сейчас будем подключать, мы еще одну часть снимем. Угу. Все. Включаю, да? Снимаю, да? Итак, подключили в розетку, включили плиту. Вот, первый раз в жизни подключаем. Все работает. Подсветка горит. На данный момент конфорки обгорают. Ну, я думаю, что это масло, остатки там с завода остались. То есть конфорки достаточно горячие, быстро греются, кстати, достаточно. То есть мы отзывы оставим, что хорошие, хорошо греют. Две конфорки газовые, мы их не используем пока, потому что, ну, тут есть переходники для жиженного газа, там где-то здесь они вот. То есть можно будет потом в комплекте это все увидеть. Как будет. Саморезы здесь в комплекте идут для анти, ну, чтобы не упала плита. Дети там, ну, будут там играться. Здесь куча насадок для жиженного газа, для обычного газа, для разных таких. Там можно будет инструкции почитать. Мы еще пока не разбирались. Но достигнутый эффект. Плита работает. Мы сейчас проверяем, что вот мы поставили на пятую позицию потихонечку. Прожигаем. Вот. Проверяли на шестой позиции. Все работает. Вот эти две, это газовые. Вот. Вот духовка.
Да. Вот плита Zanussi. Марку я уже говорил, повторю сейчас еще раз ее. Где там у нас? Это плита Zanussi, и инструкция пользователя ZCM9540G1V. Вот, на украинской мове. То есть в расчете. Итак, эффект достигнут. Хороший результат, плита работает. Отзывы хотим сказать, что хорошие, нам очень нравится, все быстро греется. Сейчас будем разогревать борщ. Всего хорошего, спасибо, что нас услышали. Извините, что так долго может быть, но мы хотели в подробностях все. Всем пока, благословения.